Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на канал. Приятного просмотра. Перенесший коронавирусную инфекцию Иван Краско поведал о том, как себя сейчас чувствует. Он заверил, что болезнь, наконец, полностью отступила. По словам артиста, у него уже есть антитела. «Я полностью здоров», — заявил он. На следующей неделе актеру сделают повторный тест на коронавирус, чтобы проверить на всякий случай его здоровье. Отметим, что еще осенью после заражения COVID-19 Иван Краско раздумывал, стоит ли возвращаться на сцену. Болезнь протекала тяжело, но с положительной динамикой. В больницу артист ложиться не стал. Иван Краско признавался, что в связи с болезнью даже бросил курить. Напишите свое мнение об этом в комментарии. Обязательно поставьте колокольчик и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать свежие новости каждый день. Спасибо за просмотр.